20 декабря 2014 года группа студентов отправилась на поиски девы в лохмотьях. Фильм основан на почти реальных событиях. Все, запись пошла. Ты видишь красную лампочку? Придурок, ты сначала камеру подними. Блин, точно. Вот, теперь вижу. Значит, запись пошла. Сейчас мы пойдем. У тебя что-то за спиной. Да, там Винюкова. Сейчас мы пойдем в заброшенную, заброшенное здание. Там, говорят, видели призрака. Вот оно, очертание этого здания. Господи, как страшно. Готов обделаться прямо здесь. У тебя спина грязная. Че там, побелка? Нет, грязь. Земля, что ли? Да нет, грязь. Блин, зачем я только согласился с тобой сюда идти? Блин, какая ты грязная. Хорош ныть. Что? Что там? Ты что-то увидела? Да нет, смотри, здесь вход. Чертовски зловещий вход. Заткнись, ты лучше посвети сюда. Ладно, ладно. Это что? Господи, страшно. Обосрался. Новый штат. Смотрит прямо на меня. Не пойдем туда, пожалуйста. Во-первых, возьми себя в руки, потому что оно уже ушло. Во-вторых, мы за этим сюда и пришли. Да, но это полная хренота. Ты видел эту чубаку, которая вылезла прямо из-за окна и смотрела прямо на меня? Господи, это же жуть. Ты можешь же наконец заткнуться, просто идти вперед. Тебе легко говорить. Зря мы сюда пошли, Нет. Чё там? Чё там за хрень? Дева непорочная в штанах, это свечи? Да, но... Какого черта происходит? И мы идем внутрь, пипец, и мы идем внутрь. Тише ты, не шуми. Блин, а ты уверена, что это была хорошая идея прийти сюда? Блин, я тебе еще раз говорю, мы за этим сюда и пришли. Смотри, та чувака смотрел на нас прямо из этой дырки, прямо отсюда. И вообще, что это за место? Это необычное место, это проклятое место. Говорят, здесь скончалось. Девочка в лохмоте. А почему она скончалась? Говорят, она играла в доту. Ее раунд длился 3.5 часа. 3.5? Да. И вот эта девочка оделась. В лохмоте. Да. И вот эта девочка пришла сюда, зажгла свечи и скончалась. Фу, какая грустная история. Значит, это она смотрела за нами. Посвети на стол. Сейчас, вот. Да, получается, это она. Но будет ровно 10 свечек. Сейчас посмотрим. Только не говори, что ты хочешь подойти к этим свечкам. Хочу еще как. Лучше просто посвети. Блин, ты же не серьезно. Слушай, сзади, по-моему, я что-то слышал. Да ничего сзади нет. Просто успокойся, продолжай светить. Так, да, ровно 10 свечек. Как по той старой. Да уж. Так, подожди. Чего? А ну-ка, посвети туда. Что там? Давай сюда, за это. Да нет, за другое слово, да блин, стоять. Давай сюда, давай вот сюда. Давай вот сюда, сюда. Да нет, за то. Вот здесь, все, здесь, там. Тихо, тихо. Ты видишь ее? Нет, а ты? Я не вижу. Куда делись свечки? Твою мать, куда делись свечки? Где? Вон она. Заткни. Смотри, что делает! Вали отсюда! Вали! Она сожрет нас! Сюда, к этому столу! Сюда, тихо! Здесь! Она нас не слышала! Это она, это лохмотья, те самые лохмотья! Она убьет нас, она хочет нас убить, она хочет отомстить за тот раунд, она хочет нас убить! Блин, она смотрит на нас! Что делать? Тихо, я не уверен, что она знает, что мы здесь! Она смотрит прямо. Стой! Она же убьет тебя! Что я могу сделать? Замудох ее, только не трогай меня! Все равно это была ее идея сюда прийти! А твой волшебник! Отсюда! Отстань! Бегай за саппорт, я покупал варды. Тело Екатерины Катос было найдено следующей ночью.
местонахождение Уильяма Малина неизвестно до сих пор.